Всем привет, с вами Джага. Мы продолжаем играть Dead by Daylight. Что ж, давайте попробуем, каково это быть маньяком. На, в смысле, в игре, конечно же. Так, это у нас траппер, у которого есть медвежий капкан. Ага. Улучшение, вообще что-то есть? У меня ничего нет, это, так сказать, ноль. Комбесы, брюки. Эван, либо злобные глаза. Злобные глаза, прикольно. Тесак, либо молотило боли. Брутальный тесак, выкованный его собственными руками из металла, взятого в шахтах. Ничего себе. Либо же молотило боли. Ритуальные молотила, которые разрывают плоть. Это серьезно. Комбесы, брюки, и тут как бы вариант небольшой выбора, так что ладно. Храм тут. Еще кровавая паутина. Запасные челюсти для медвежьего капкана имеют лезвие, похожее на пилу, наносящее всякое. Установщик капканов. Ну это улучшение. Это что, чудовищный храм. Ваше страстное внимание к крюкам, найденным в подвале, вызвало интерес у сущности. Крюки из подвала наделены следующими бонусами. Прогресс сущности на 3%. Ну, в общем, ладно. То есть лучше свозить всех в подвал. Ну, это я понял, а теперь что дальше-то? Создать лобби или как? Создать лобби? Окей. Я не умею, не знаю. Просто видел, как у людей получается. И вообще, как это будет выглядеть, я пока без понятия. Скорее всего, все палетки нам прям на морду упадут сразу. Сразу все убегут и... Ну, разве что кого-то одного мы сможем... Дай-то бог вообще поймать... Да это бог, это какой-то темный бог, которому, собственно, и приносятся эти жертвоприношения. Вот такой вот, когда играешь за маньяка, ты видишь костер, за которым собираются эти четыре жертвы. Но тут же и видно нашего персонажа. Маньяка. Что-то долго как-то собираются, не хотят. Вот уж не знаю. Но давайте, что там, я же готов. Hello! How are you? Может, быструю игру попробовать, и тогда оно само найдет. Не знаю, что он ждет. Raven of Rage. Хорошо. Ну хорошо, давайте вот так вот. Вы уверены, что хотите? Ну да, покинуть лобби. Раз уж не нашлось ничего, попробуем то же самое, только через быструю игру. Это же можно? Не-не-не-не-не-не-нет, вот, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я за маньяка хочу попробовать. Спасибо, не сейчас. Покинуть лобби, спасибо, извините, я все-таки... Все-таки надо создавать лобби. Ладно. Ну, нет и нет. Стать убийцей. Хорошо, ну тут выбор небольшой. Создать лобби, создаем лобби. Ну, ребята же, ну, нулевый маньяк вообще. Ничего не умею, не знаю, какое лобби, о чем вы. Но жертвы собираются. Еще одно, пожалуйста. Жертвы собираются, движение начинается. Так, фонариков и всяких аптечек я у них не вижу, но, возможно, это просто не показывается маньяку, хотя там у них это все видно. Наверное, далеко очень. Давайте еще одну жертву и погнали. Хотя, конечно, с тремя, наверное, попроще будет. Если какой-нибудь нытик, как это делал я до этого, не забьется где-то в шкаф и будет там сидеть, сидеть. Другой вопрос. Интересно, маньяк видит ли, когда открываются люки, где они, или там шахты, не шахты, двери? Вот мы и узнаем, мы ответим на этот вопрос. Ну давайте еще одного кого-то. Казалось бы, free weekend и что-то никого нет. Ожидание еще одной жертвы. Давайте же, приносите нам жертву быстрее. Ладно, пока они там приносят. Посмотрим, что тут творится. Так, есть еще призрак. Деревенщина с бензопилой, да-да-да. Медсестра.
А, вот попалась еще одна жертва. Давай, нажимай, гад. О, свалила ты. Че ты свалила-то? Так хорошо все было. Удобно сделано вот именно здесь, внизу индикатор. То есть можно в это время рыться по своим снаряжениями и перкам, а тут видно сразу, подключился кто-то или нет. Пока нет, и... Ну, правда. Ну че вы, ну елки-палки. Давай, понеслась. Злобные глаза. Какое-то особое, желтенькое, необычное. Откуда оно взялось? Да. Давай, детка. Нажми, готов. А я могу в чат написать? Я не могу в чат написать. Это печалька. Ну что ж, они не понимают, что надо нажать готов и не ждать столько времени. Ну, правда же? Было бы легче. Зимиренот. Блудстоун. В коробок. Нет, шестой коробок. Зимиренот. Боже мой. Ну хорошо, осталось не более 10 секунд до следующей загрузки, прогрузки. И она свалила. Отлично. Вот. Слушайте, тяжело быть маньяком. Пока кого-то дождешься. Все, жми готов и понеслась. У него, кстати, нет, показывается, видите, что инструменты есть. То есть эти ребята могут смело поломать все крюки, кроме тех, которые находятся... Вот он убрал инструменты. Кроме тех крюков, которые находятся в подвале. Их, по-моему, ломать нельзя. С другой стороны, снова-таки, этих инструментов может не хватить на слом всех крюков. Разве что будет у четырех персонажей. Наконец-то началось. Господи. Я не понял, а у нас-то что сердце стучит? Что не так-то? У нас должна быть веселая музыка погони. Шансы попасть на скотобойню, но это хорошие шансы. Как для нашего персонажа устроить скотобойню. Хе-хе-хе. А, правда, сейчас опять будет веселая прогрузка. Ждем веселую загрузочку. Хотя все нажали готов. Какие-то страшные звуки. Это маньяк готовится. Ну чё же? Ну где же вы? Крюки готовы к жертвам. Let's go, kids. Чтобы ещё понять, как играть за маньяка, ну я думаю, всё просто. Всё делается теми же кнопками мыши. Вот наш маньяк. Это ловушечник. Трэппер, который делает... Ставит ловушки. Как её ставить? Ой, как ужасно-то это от первого вида. Это... Ой-ой-ой. Установить капкан. Хочу установить капкан, пожалуйста. Ну. Ужасно. FPS страшный. От третьего вида лица получше бы. Ладно. Хотя бы бегает он. Маньяк видит все генераторы. Я хочу взять... А, я могу поставить. Я так и не поставил, что ли? В общем, я смотрю, ребятам повезло. Моя не знать, как играть вообще. Пробелом подбирается капкан. Ага, хорошо. О, скотобойня. Так, как я бегал? Я бегал по краю карты. Вот все ребята тут. Вечеринка у Децла дома. Гуляют все гномы района. Хе-хе. Я не совсем уверен. Вот куда бежать, я и не уверен. И я уже не вижу, куда бежать. Да ее сейчас просто... Да. Это ужасно. Это как играть? Как вообще можно так играть? Впрочем, есть идея. Где-то был взрыв генератора. Отлично. Я что, не установил капкан? Ребята, я хочу поставить капкан. Где-то что-то взорвалось. Где что взорвалось? Ага, я
понял намек. Ну где же вы? Ну что же вы? Ну нет. Просто вот где-то. И знаете что? Я их так нихуя не поймаю. Кто? Где? Сломали капкан, что ли? Вот это хамство. Где? Где? Где это все происходит? Как тяжело все это, за всем этим уследить. И да, зрение у маньяка не очень-то, я бы сказал, что прям зрение. Где еще был бдыщ? Со всех сторон просто. Потому что никого еще не поймали. Ребятам просто повезло, вот ну, серьезно. Ну тут он никуда не убежит. Ну правда же? То есть вот так вот. А, один уже готов. Ха-ха-ха-ха. Ну мало ли, вдруг тут кто-то есть. Кто-то может умный прячется тут. Опять. Слушайте, как они хорошо прячутся. И как плохо прячусь я, когда... Что вот это нам дает? Это что-то нам дает? Не знаю, он просто стоит, и это, наверное, вообще не к этому маньяку относится. Ну где же вы? Ну мало ли. Наверное, первый маньяк, который заглядывает в шкафчики. Ага. Вот куда он убежал? Ничего ж не видно. Как вообще это вот... Правда. Ах. Все-таки наверху в доме кто-то был. Логично. Ах ты, маленький подлёныш. Хитрый какой. Окей. Я все понял. Решил убежать. От меня убежать решил. Ну что? Что ж ты так-то? Вот как я теперь должен увидеть, где он? Ведь не видно же ничего. Как они все видят, и как я ничего не вижу? Ну, логично, потому что... Вот так. Кто-то криворукий не умеет играть. Логика. А вот он вниз ушел, например. И что? Далеко уже убежал. Я же слышу звуки. Где оно? Вообще никакого эффекта. Где хоть какой-то перк, что-нибудь показывающее, что вот где-то жертва рядом. Ничего ж не видно. Так. Что мы отсюда видим? Что осталось два генератора. Сейчас их починят. Это да, это легко и так и будет.
Вот там бежит кто-то. Я что-то вижу. Хоть кого-то одного на крюк посадить. Что-то... Непруха какая-то. Привет! Так. Привет, привет! Наконец-то кого-то нашли. Стало веселей. Ну, наконец. Я уже думал, все. Никого на крюк-то и не посадим. Нет. Стало ерунда найти крюк. Да, да, я понимаю. У нас тут есть крюк. Насадить на крюк, пожалуйста. Капкан установить. Ну, это легко. Так, на всякий случай. А, еще один чувак вверху. Я туда не пойду. Нет, 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 пускай уж лучше. Одного точно закемпим. Это же можно. Ну, если у них нет фонарика. Ой, как плохо. Чувак, извини, мне надо тоже выиграть попытаться. В конце концов, я столько раз проигрывал за жертву. Ну, правда. Да-да-да. Я дождусь. Возможно, какой-нибудь баф за это добавится. Мы будем видеть других жертв. Мало ли что. Я попал в свой капкан. Это тупо. Ну, это значит, что он работает. И он активен до сих пор. Спасибо, до свидания. Ну и что от этого происходит? Приношение. Подношение. Да. Ворота открываются. Ну все. Хана, ребята. Никого мы не поймаем. Больше жалко. Обидно, слышь. И я не рассмотрел, где эти ворота. Ну, такое. Я так понимаю, трое уйдут. Но хотя бы одного мы посадили на крюк. Что уже не так печально. Но для маньяка это проигрыш. Да, это обидно. Ага, вот я вижу, вижу. Вот эти ворота. Вот они все, тут они. Один уже убежал. Два на подходе. Так, так еще один убегает. Два убежало. Что я скажу? Мы можем установить капкан. Да. Позорное поражение. Слабак ты, не маньяк, а отстой, как бы говорит игра. Ну и... Ну да. Ну, такое. Тем не менее. Как для первого раза, может, это не совсем плохо. Хотя бы одного товарища мы прогрели крюком. Это весело. Нет. Весело, когда нескольких. Так, что это было такое? Коробок. И что самое интересное, мы, по-моему, тут самого крутого товарища, как бы это сказать, крупноуровневого, откемперили. Он, наверное, совсем не рад этому. Ну, зато хотя бы попробовали, как играть этим самым маньяком. Что-то как-то не совсем весело. И за 4000, ну, особо ты не развернешься. Необычное улучшение. Установщик капканов. Окей. А, ну, подождите, тут где-то что-то дает хотя бы. Простые инструменты предназначены для того, чтобы быстрее восстановить капкан. Умеренно уменьшает время установки капканов. Стакается. Ремонтник влияет на это усиление. Действует на все капканы. Окей.
Окей. Хорошо, попробуем еще раз. Ну, а почему нет-то? Надо, наверное, все-таки как-то более... Сначала поиграть, понять, что к чему, и тогда уже бегать всех, садить на крюк. Но в целом-то что? Попробуем. Еще разок, может попадутся менее скилловые игроки, хотя куда уже менее скилловые, у них у всех ранг выживателя 20-й. Ранг убийцы тоже есть 20-й, то есть типа нулевой. Ну, самый маленький это 20-й, или самый низкий. Давайте еще третью жертву и понеслась. Ах, плохо, у него есть аптечка. Я так понимаю, все-таки FPS тут очень-очень. Возможно, тут где-то еще регулируется угол обзора персонажа, потому что тут угол обзора. Кстати, мы можем сейчас и глянуть. Нет, тут такого ничего нету в настройках. Громкость это понятно, а вот есть разрешение, но это нечто иное. Так, 4 жертвы. 4 жертвы, один маньяк, стандартный расклад. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. Ну как, к чему? Говорится, дайте бог темный, которому все эти жертвы приносятся, хотя бы одного поймать и на крюк посадить. А то уж совсем уж прям никак. Может, что-то поярче и веселее будет? Ну, не знаю, там, скажем, яркая зеленая лунная поляна, заполненная единорогами и, ну, скажем, плюшевыми мармеладными лучше, мишками. Вот. Это все должен видеть маньяк. А потому что он ненормальный, вот он такое и видит. Ну, там, у себя в голове. Все же остальные видят, как вот в этом... как он называется, Team Fortress, и там есть такой пиро, пиромант, или как он там, ну, пиро, он тоже, типа, видит, что там мишки, радуги, веселье, единороги, на самом деле кровище, он всех убивает и такое. Так, капкан установить, ну, это пока не будем. Как, однако, тут много всего. Ой, привет! Так, понял. Вижу. Бегу. Куда ты побежишь? Сюда ты побежишь. Ах ты. Вот теперь я потерял. Куда она побежала? Вот она ты. Цыпа, 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 цыпа. Нет. Ну, как-то так. Я не хочу капкан, я хочу поднять, вот, да. Угу. Как удачно сразу вот так вот. Где это было? Я поднял ее? Вопрос странный. Она сейчас выберется. Нет, даже не думай. Даже не думай. Нет, никаких выбираний. Не надо выбираться. Не надо выбираться. Совсем не надо. Что, она выбралась? Вот это хамство. Ну, это нечестно. Так все хорошо было и выбралась. Ну. Ну, чё вы. Ну, я же старался. А, вот она. А я вас вижу. Ой, шеф, а я вас вижу. Ага. Привет. Чё ты выбралась-то? Штука началась, а она выбралась. Ну как ты так-то? Ну где тут у нас ближайшее что-то? Да. Да. Вот все вот. Подожди, сейчас принесу крюку и посмотрим, как ты выбралась. Ай, space повесить. Ну да, больно, наверное. Все, ждем гостей. Пока.
Ну как пока? Еще не пока. Где вы все прячетесь? Кто идет помогать? Кто-то идет помогать? О, кто-то... Нет. Какая-то машина. Ой. Ну, хотя бы двоих бы. Ох, да-да-да-да. Давай-давай-давай-давай. Молодец. Все делаешь правильно. Именно так меня тоже кемперили, так что извини. А ну-ка. Я не знаю, но по-моему не задевает. Все, я думаю, хватит. Нужно уходить. Я понял. Я вас понял. Спасибо, до свидания. Это звук такой странный, что это было, чтобы еще понять. А, генератор? Мы его не можем сломать? К сожалению, нет. А было бы весело. Один сдох, второй дисконнектит. О! Таких осталось двое. То есть они сейчас будут тупо пытаться доделать генераторы и свалить. Ну, логично же. Не, ну я добрый маньяк, я могу им позволить и сдаться. В смысле, убежать, я ж чё? Я ж первый раз-то играю-то. Ну вот, на крюк посадили одну, и хватит. Они где-то вообще в другой стороне карты. Так тупо. О, привет. А ты бежишь? Молодец. Да. А вот не да. Привет. Как ее ломать? Почему не пишут? Она где-то тут, она где-то бежит. И убежала. Почему-то звук все время справа. Ну ничего не видно. Ну где вы? Давайте поиграем. Угу. Ага. Да. Привет. Привет. Приветули. Угу. Пытается убежать. И у него может получиться. Где, 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 которые? Ага.
То черти где вообще? Опа, привет. Привет. Малыш. Ну чё ты? Где тут у нас ближайший? Ой, прямо туда вот и идем. Да-да-да-да. Блин, ну все ж так хорошо начиналось. То есть он может сбежать еще. Даже не пытайся. Даже не пытайся. Никаких побегов. Все, висим, радуемся. А мы можем поставить капкан? Конечно, можем. Привет. Ну да, ну да. Как-то так вот. Не очень правильно поставил капкан, но надеюсь, оно должно... Где ты там бумкаешь? Понятно, что ты где-то там. Сейчас будешь отбегать куда-то, чтобы... спасти другана. А вот это плохо. Другана-то не видно, куда я повесил. А вот это плохо. Да-да-да, давай. Вот видите, один дисконнект и все уже. Компания из четырех не может затащить, в принципе. Особенно если какой-нибудь скилловый монет. Спасибо, до свидания. Где был бдыщ? А, нет, это не бдыщ. Ну, что я скажу? Где-то же она осталась. О, вот она. Нет, генератор этот уже готов, нет? Нет, он еще не рабочий. Это интересно. Что-то не устанавливается. Хочется так поставить капкан, чтобы все в него попадали, кроме меня, конечно. Ну, генераторов тут миллиард. Вот где она? Я вернусь сюда, гляну, что тут. Тут же ворота. Ага, ворота-то тут. Ну, это, наверное, не единственные ворота. Ну, нет никого. Так надеялся встретиться с кем-то. Опа. Стуки, стуки, стуки. Вот она побежала туда. Да-да-да-да-да-да. Нет, конечно. Куда? Раз. Нет, решила назад свернуть. Ну да. Конечно, мог ее выкинуть куда-то. Если бы я нашел, где люк, я не знаю, где люк. Да и крюков что-то не видать. Ай, кто-то сломал мой крюк, это обидно. Н-
сильно меня не разжалобить. Сейчас я где-то сюда положу ее. Хоп, кидаем на пол. Нет. Никаких. Ой, хочет вырваться все-таки. Ну ладно. Вон же ж крюк, ну чё ты? Просто рядом нет крюка. Я бы сразу какой крюк бы подсадил. Ну, вот он. Все, давай. До свидания. Да, такой я маньяк, извините. Ну, типа того. Смотрите. Все как надо. Все как книга пишет. Три жертвы, никто не убежал. Беспощадная ультимативная победа. Вот такая у нас градация. От доброго маньяка, который всех отпустил и позорно проиграл, до беспощадного онлайн-убийцы, типа такого. Да, это было глупо, потому что один все-таки дисконнектнулся. Сколько за это хоть дали-то? 15? 14 тысяч. Неплохо, я бы сказал. Просто глянем, что там нового в этих уровнях у маньяка. На самом деле, надо, да, играть попроще в чем-то, но и потяжелее также. Не всегда успеваешь следить, кто куда убежал и... ну, такое. Так, страница из откуда-то. Чудовищный храм. Так, крюки становятся круче в логове. Ну-ка, перк какой-нибудь дадут, хоть какой-нибудь. Каждый уровень кровати, ну это понятно, случайным образом генерируется, все интересно. О, а тут столько всего надо. Охотничьи перчатки. Защитные отбитые кожаные перчатки. Уменьшает время установки капканов. Навык ремонтник влияет на это усиление, действует на все капканы, стакается. Да пусть себе стакается. Но, в общем, как-то так это все происходит. И это мы еще не пробовали других маньяков. Возможно, как-нибудь в другой раз. Что ж, всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки маньяку. До новых встреч!